Третий вариант к Тору. На любовь внезапную от долгого одиночества. На вечернем снегу, когда тени лиловые, или на алтаре цвета ночного вечернего неба, ложим алую розу и говорим: в дар Тору. И продолжайте. Но сперва расскажите, как долго у вас одиночество и чего вам не хватает, любви или связи, знакомств. Тор, измени судьбу, коли суждено мне одиночество. В этот июль его убери и сотри. Мечом твоим и вечными снегами клянусь быть благодарным тебе за это вовек и не забыть никогда, что ты сделал в этот вечер для меня. Прошу тебя об этом в этот июль и заклинаю. Розу после в воду опустить. Или в снег, или на лед оставить и уйти. У кого что есть, но это должно быть красиво. Вот мы опускаем воду. Это красиво. Ждали дня. И вот сейчас он по-настоящему заберет ее. Он ее получит. И он будет работать. Если вы ее сразу оставили, но он получит ее тоже сразу. И после этого он в момент передачи, когда вы закончили, начинает работать. Вы оставляете как бы на снегу, на льду, или вода ее имитация, ну, вернее, не имитация, а другое состояние. Вы свое одиночество запечатываете. Его у вас забирают. Оставляем розу в воде. Снега нету, оставляем в воде. Уже утром. Потому что вечером не было возможности никакой. Жарко, она не такая свежая, но все-таки очень красивая.